этот человек попал в беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из вас тоже станет туда. В обычной жизни, как говорится, пока гром не грянет, мы про них не вспоминаем. А ведь именно участковые первыми приходят на помощь. Их работу в Южном округе высоко ценят, поэтому сегодня в торжественной обстановке отметили лучших работников управления МВД. Уважаемый Александр Анатольевич, выражаю искреннюю благодарность за высокий профессионализм, верность долгу и чести. Надеюсь на совместную плодотворную работу, направленную на защиту прав и свобод граждан, укрепление веры в справедливость и торжество закона. Представители городской администрации также не остались безучастными. Слова благодарности полицейским произнес Евгений Арапов, глава администрации Оренбурга. Я считаю, что оренбургские полицейские достойно несут свою службу, делают все возможное, иногда и невозможное. Здоровьем, прежде всего. Успехов, удачи, и чтобы в семье был лад, чтобы их всегда дома встречали с любовью, заботились о них и помогали в работе.